Привет, ребята! Сегодня у нас пришла очередная посылка. В этой посылке у нас находится лампочка, скажем так, которую светодиодная, примерно там для дачи, которую можно заряжать от солнечной батареи. То есть здесь же находится и солнечная батарейка. В комплекте будет и солнечная батарея, в комплекте к этому. Вообще удивительно, такой бьющийся достаточно материал, но пакет, даже нет пупырки никакой, что очень странно. Ну ладно. Вот в таком вот виде вот она пришла, эта лампочка. Сейчас мы ее вскроем, посмотрим. Значит, 15 ватт, 130 люмин, 800 миллиампер и 3,7 вольта. Зарядка, соответственно, 5 часов. Давайте посмотрим. Соответственно, вот так вот это выглядит. Сама солнечная батарея. С USB разъемом. Слушайте, ну вообще как-то так. Очень как-то сделано. Скажем, прямо. А, понятно. То есть это солнечная. Значит, здесь еще. Это вот клеящийся материал, то есть здесь мы пленочку сдираем, да, и можем ее куда-нибудь наклеить. Ну, в общем, вот так вот это выглядит. Здесь тоже пленка на самой батарее. Шнур довольно-таки длинный. Теперь сама лампа. Странно, что я не могу разобрать. Значит, гнездо под зарядку. Здесь, соответственно, когда мы подключаем, должно зажигаться, что питание идет. Ну, а это кнопка включения. Сейчас посмотрим. Вот она работает, ребята. Как бы с небольшой задержкой, но довольно-таки светло. Сейчас мы свет погасим и посмотрим, как оно будет работать. Вот достаточно темно. Сейчас я на уровень головы ее подниму. Ну, отлично освещает. Хочу я вам заметить. Ну, вот так вот, да? У меня даже камера меняет режимы съемки. Вот. Соответственно, как заявляет производитель, что от вот этой вот батарейки солнечной лампа будет заряжаться 5 часов. Но, как опять же заявляет производитель, что от этой солнечной батареи можно еще запитывать телефон. Я, конечно, в это верю достаточно слабо. Ну, давайте просто попробуем. А сделаем мы каким образом? Мы возьмем у нас вот эту вот, соответственно, лампу. Представим, что это солнце. А сюда подключим телефон. Ну, возьмем, начнем вот с такого, с простого. Соответственно, включаем. Ну, естественно, вот это гнездо зарядки, оно у нас находится в обычном положении. Теперь давайте смотреть, что будет с включенной лампой. Но у меня ничего не двигается. Ничего не заряжается. А, не, пошло вот.
Смотрите-ка. Пошла зарядочка. Офигеть. Давайте такой же эксперимент. Так, сейчас мы выключим лампу и такой же эксперимент проведем с более тяжелыми. Ну, допустим, с планшетом и со смартфоном. Выключаем. Все, зарядка прекратилась. Интересно. Так. Значит, обычный телефон она заряжает. Так, давайте теперь смотрим здесь на батарею. Так, видно, не знаю. Да, вот батарея в правом верхнем углу, рядом со значком сети. Включаем лампу. Да, вот тут тоже идет зарядка. Да, вот видите, изображение молнии появилось. Вот зарядочка идет. Вот я лампу держу вот так вот. Вот видите как? То есть как бы чтобы свет падал. Вот зарядка идет. Интересно. Давайте попробуем теперь то же самое сделаем с планшетом. Берем планшет. Тоже планшет у нас 7-дюймовый. Подключаем батарею. Так. У нас 80%. Так, смотрим тоже на... Так, вот, ну-ка, включаем. Пошла зарядка. Слушайте, ну удивительно, ну вот зарядка идет, и это на самом деле очень приятно. В таком вот положении, когда вот солнце сильно падает на батарею, то зарядка как бы идет. Что в чем можно убедиться самому, как говорится. Вообще забавно. Сейчас мы зайдем. Так, настройки. Вот я держу, у меня прям пишет, зарядка идет. Написано. Что тут написано? Видите, идет зарядка от сети. Вот я сейчас убираю ее. Зарядки нету. Ставлю. Опять идет зарядка от сети. Ребят, ну не знаю, насколько можно зарядить полностью этот аккумуляторы. Сказать сложно, но то, что подзарядить, наверное, очевидно, достаточно, мне кажется, можно это сделать. И если, кстати, лампа абсолютно холодная, потому как она, конечно, вся пластиковая, но сделана достаточно хорошо. Плюс вот такая вот штуковина у нее есть. То есть ее можно использовать-то где угодно. К примеру, это мы все выносим куда-нибудь на улицу, там в туалет, к примеру, то есть на улицу. А здесь в туалете там или в сарае вешаем вот эту лампочку. Заходим, включаем, она работает. Плюс ко всему прочему, мы можем саму эту лампу подзаряжать от USB. То есть вот мы сейчас возьмем зарядку нашу от розетки. И попробуем сейчас подзарядить, как бы посмотреть, как работает при зарядке эта лампа. Включаем, соответственно, сюда. Вот зажглась красная лампочка о том, что
зарядка пошла. Соответственно, когда, как заявляет производитель, как только она зарядится, лампочка станет зеленой. Вот, собственно, и все. Стоит такой вот набор 380, по-моему, рублей или 370. Ссылка будет под видео. Мне кажется, это замечательный выход для людей, во-первых, которые ходят в походы, которые ограничены в электричестве, которые просто хотят получать эту световую энергию, зеленую энергию. То есть, допустим, на участке где-то там, в беседке повесить ее, пожалуйста. Плюс еще и подзаряжать телефон от нее. То есть, как дачный такой походный вариант, мне кажется, это очень хорошее приобретение. В общем, еще раз светит. Ссылочка будет под видео. Кому понравилось, покупайте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все, всем привет!